Всем привет! Меня зовут Наталья. Я рада приветствовать вас на своем канале Милахи от Натахи. И это видео будет посвящено нашей небольшой поездке. Мы едем в небольшой загородный, точнее, большой загородный отель. Называется он Wellness Eco Spa. Находится он в Калужской области. От Тулы это где-то 2 часа езды. Вот. Это видео будет посвящено нашему 4-дневному пребыванию на его территории. Поснимаю, покажу вам наши прогулки, вообще как, что там. Самое очень интересно, потому как лайф-влоги я никогда не снимала. Это такой дебют будет. И сейчас я вот в процессе сборки. Сейчас буду укладывать наши вещи, вещи дочки, свои. И хотела вам показать кое-что. Я намеренно, как и говорила, не буду отказаться от вязания на это время, на 4 дня. Не знаю, как у меня это будет проходить, потому что давненько я себе запрещала вязать вот так вот. Всегда оно присутствует в моей жизни. Поэтому вот беру такую альтернативу себе на времяпрепровождение вечернее, когда прогулки будут закончены. Займусь раскраской таки своих антистрессовых этих единорожек, которые покупала, в каком-то влоге уже показывала, и почитаю. Дело движется медленно, но идет. Для меня это прогресс. Надеюсь, по приезду уже, если не закончу, то сдвинусь значительно. И что еще хотела сказать. Вязать я не буду, да, как и обещала, но вот эти вот ребятки, они поедут со мной. Я намерена устроить им фотосессию. Если помните, я их тоже показывала уже в прошлом влоге. Я намерена их сфотографировать. Там очень, насколько я знаю, красивая территория отеля. И думаю, найдется там местечко подходящее. Вылезай. Для фотосессии вот этих вот трех моих бычков. Наверное, на этом все. Дальше уже будут кадры с дороги. Я хочу поснимать. Думаю, там будет красивый такой видеоряд. И потом уже непосредственно, как мы приедем в отель, буду показывать вам, рассказывать все свои впечатления. Все, до следующего подключения. Пожелайте нам счастливой дороги. Вот мы и приехали. Кажется, доехали. Сейчас мы получим на ресепшене ключи. Доедем до нашего корпуса и будем размещаться. Это пока только малая часть того, что мы вообще видели. Территория тут очень большая. Так что только предстоит всем полюбоваться. Но уже стиль очень-очень впечатляет. Эко. Класс. Погода супер.
Всем привет! Ну вот, наконец-таки мы и доехали. Вот наш номер. Вот так вот мы сейчас будем размещаться. Ева там ходит на заднем плане. Ева! Ева! Что ты? Сейчас посмотрим вид с балкона. Такое вот у нас тут местечко. Ей, конечно, сюда вход заказан. Тут нет ограждения. Ну что же, вот мы и выползли из номера. Ева. Ева? Ев, передай привет. Привет. Да. О, кислороду много. Уже зеваем. Вот, вот этот вот, это наш корпус. Вот, сейчас покажу. Вот там, посерединке, это наш балкончик. Очень классно, очень здорово, прям так уютно. Я прям словами передать не могу. Чистое наслаждение. Кругом природа, такая красота. Прям глаз любуется, радуется. Куда ни посмотришь, везде прям это слияние с природой, как я уже сказала. Вот такой вот мостик. Сейчас пойдем разведывать территорию отеля, потому что площадь большая. Вот, еще даже не знаю, что вам толком показывать. Так что, когда уже освоюсь, тогда какие-то конкретные буду показывать самые интересные места, потому что очень много объектов, все хочется посмотреть. Уже вечер, сейчас 6:00, и мы пойдем, пока не стемнело, полюбуемся, ознакомимся с территорией. Все, всем до следующего включения. Ева! Ева! Маши ручкой! Сосны, как я их люблю с детства, с еще отдыхов летом в Шахтере под Алексиным. Моя любовь, такая ностальгия. Уже вечер стрекочет. Ну, не знаю, цикады, наверное. Хотя вообще странно, когда цикады в такой средней полосе, а не на юге. Вот наша бабушка там идет с Евой. А я тут чуть-чуть отстала, чтобы хоть чуть-чуть в сумерках таких, но немножко заснять территорию, эту красоту. Там мы заприметили детскую площадку, такую, где толчии нету, в отличие от наших городских. И направляемся туда, чтобы и Еве было приятно. Что? Да. Ты же отказалась на ней кататься. О, какая? Какая-то странная зеленая штука. Ой, синяя штука. А это лягушка. А это зеленая уже. Лягушка, видишь, какая? Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Смотришь на такую площадку, начинаешь думать, как жаль, что я не ребенок. Завидовать. Дитё не оценила, так решила мама. Хотя бы насладиться достоинствами этой детской площадки. Прикольная штука. Называется индийский телефон. Ева, нельзя, песок грязный. Это неизвестная доселе технология связи. Я такое не слышу. Такое не слышала. Алло! Что-то никто не отвечает. Абонент не абонент. Я решила найти выход из лабиринта. Квест. Надеюсь, он не закончится, как в фильме «Сияние». И я не останусь здесь до зимы.
Тупик. Я попала в тупик. Возвращаемся. Так. А куда идти? А куда идти? Здесь тупик. Наверное, я и выбрала не тот. Не ту дорогу. А может быть, ее и не было. Загогулины. Здесь нету выхода. Точнее, здесь нет правильной дороги. Они все заходят в тупик. Короче, я пошла отсюда. Да. Это фикция. Так, сейчас мы дотопали до ресторана, где мы вроде как должны завтракать, ужинать, обедать. Вот, сейчас попробуем узнать, какой у них там вообще режим работы. Смотрите, какой закат красивый. Ну, это просто сказка. Мы в раю. Тут, не знаю, что-то тут происходит. Парковка написана. Вот. Мы пришли оттуда. Там еще корпуса. Кайф. Ева, ты решила наняться садовником? По-моему, тут все и так хорошо. Там вот подальше отель. Ой, не отель, бассейн. Отель тут везде. Да, Ева? Да. И там тоже. Корпуса просто загляденье. Смотри, какая водичка подсвечена. Пойдем смотреть. Кава. 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 Не кава, а вода. Кава это, другое. Кава в Испании. Да. Ой, смотри, свет загорелся. Красота. Ой, да будет свет. Иди ко мне, пошли. Пойдем посмотрим, где... А, фонарик тебе нравится. Фонарик, тихо. Зашли поужинать. Ева сейчас ждет, пока вид погреется на ее детское питание. А мы пока ждем свое. Разместились уже. Ну а вот мы вышли после ужина и вот такую красоту наблюдаем. Ночной режим включился. Одни сплошные огни. Там где-то чаще лесной. Здесь все освещено. Дорожки, огонечки. Еще солнышко до конца не село. Такая красота получается. Ева тут едет впереди меня, хотя ее не видно в темноте. Вот. Наверное, на этом наш первый день закончим. А завтра, наверное, уже буду что-то новое показывать, еще неизведанное. Спокойной ночи! Всем привет! Ну что ж, сегодня уже второй день нашего пребывания в Элне. Сейчас утро раннее. 10 часов, по-моему, еще нет. И мы собрались на завтрак. Ева вас ждет. Мы залезли в ресторане на второй этаж и решили позавтракать, сидя на балконе, чтобы обозревать территорию. Ну, здесь никого нету пока что. Так что это дополнительный такой бонус. Такая красота. Сейчас вот покушаем и, наверное, прогуляемся. Киски, да? Кисы. Мама кошка вышла. Здорово, да?
Ну что, поехали вперед. Разведаем, что там. Да, помаши кошечкам. Ай, красота. Вот тут у нас ресепшн. То место, откуда мы и начали знакомство с Вэлной. Сейчас, наверное, куда-нибудь еще заедем. Вот. Точка нашего отчета. Ресепшн. Вэлна. А сейчас я зайду в зимний сад. Эколавка. По соседу, но она закрыта. А зимний сад, вот я хочу сейчас посмотреть. Он открыт для доступа. Сейчас посмотрим, что там интересно. Ой, прям джунгли. Я не разбираюсь в растениях, поэтому понятия не имею, как что называется. Здесь вроде как не подписано. Я знаю только, что вот это наверное, папоротники. А это... Ого, давай. Хорошо познакомилась. Смотрите, какие прикольные штучки. Суккуленты. Вот я точно помню. Вот это, вот это каранфоль. Сейчас пальма пройдем. Класс. Вот это лианы. Кактусы, наверное, это единственное растение, которое даже с моим подходом выживет. Единственное подходящее мне растение. Пианино. Креативно. Давно на нем кто-то не играл, но он уже все заросло. О, столетний. Вот что-то знакомое. В джунглях можно присесть, расслабиться. Сейчас спущусь на первый уровень. Это, наверное, черный код или активный выход. Шучу. Класс. Оп, ступеньку пропустила. Там мини-пруд, оформленный в японском стиле. Даже рыб не место. На природу кровь. Так. Здесь
поле для волейбола, баскетбола. В настольный теннис играет. Там еще мы не были. Там тоже что-то есть. Территория очень большая. А вон главная красотка. Наслаждается еще одним газоном. Сильно довольна после завтрака. Помаши ручкой. Да. Ева королева. А мы тут случайно набрели на японский сад. Такой минимализм. Сейчас пойдем посмотрим поближе. Да, Ева, пойдем посмотрим. Ой, какая красота. Смотри, журчит ручей. Поляночки такие. А, это, наверное, здесь в гольф играют. Здорово. Мостик. Как клёво. Как будто в Японии. Там еще какой-то корпус. Тоже узнаем его не очень. Надо сверить с карты. Святость какая-то непонятная. А там уже картинный фон. Вот это наш корпус. Вчера я не успела его снять, но вот он. 10-й. У нас второй этаж. Здесь вот такой предбанник, где коляски оставляем. Газончик. А сейчас я пойду на прогулку. Вроде как Ева должна уснуть. С бабушкой осталась. А я чуть-чуть пройдусь и охвачу территорию, которую еще не видела. Вот это ресторан и прилегающая к нему пивоварня. Называется Сеновал. Там еще мы не были. Еще только предстоит туда зарулить, посмотреть, что там внутри. Очень интересно. А я иду вперед. Тут вот такая аллея. Мне, честно говоря, прям напомнила Ясную Поляну. И я вижу кое-что, что очень даже подойдет для моей фотосессии, для бычков моих. Я их взяла с собой. И сейчас я, наверное, их чуть-чуть пофоткаю. Вот, а потом пойду дальше разведывать. Так, а сейчас я забрела на площадку лес. Будем смотреть, что тут интересного. Размер достаточно большой. Тут есть бар, который пока не функционирует, наверное, позже открывается. Посмотрим, что там еще интересненького. Все. Очень эко-эко. Очень нравится. Здесь вот такой вот, я так понимаю, это мангал. Ну, здесь разжигает костер. Я тут плаваю. Батут детский. А, тут я что-то слышала, что здесь типа кинотеатра под открытым небом. Просмотр мультиков бывает вечером. Такой декор симпатичный. В индейском стиле. И там тоже. Ай, красота. Мне кажется, осень — это вот идеальное время для того, чтобы приезжать в этот отель. Потому что весна, ну, лето — это хорошо, но, мне кажется, именно осень ему придает особое очарование.
всем вот этим вот деревянным постройкам. Они лучше всего смотрятся, когда уже такие деревья приобретают осеннюю желтизну. Точно, счастье в Велма. Я согласна. Пошла дальше. Так, площадку леса мы покидаем. А там, кажется, я могу ошибаться, но такое ощущение, что я набрела на маленькое поселение хоббитов. Вы видите эти домики? Я не знаю, как вам, а мне они прям напоминают Толкина ассоциация. Хотя я не фанат, но это прям вот четкая отсылка к ним. Сейчас буду рассматривать вблизи. Я тут рассматриваю жилище. Здесь как бы комната с кривыми зеркалами. Забавно. Смотрите, какая тут миниатюра. Хотя миниатюрой это сложно назвать. Очень даже круто смотрится. И домики. Домики поменьше. И домики побольше. Это просто что-то с чем-то. Я даже не знала, что здесь такое есть. Зачем ехать в Новую Зеландию, искать домики-хоббики, когда вот здесь есть вот такое. Это просто шикарно. Кстати, бычков я тоже могу здесь пофоткать. Здесь прям устраиваю фотосессию на любой вкус и цвет. Еще одно жилище. И, похоже, еще один индийский телефон. Давайте поднимемся, посмотрим. А, ну все, связь. Один там, один на площадке, а другой здесь. Логично. Тайна раскрыта. Знаете, что я смотрю? Это музей пионерии. Я вообще в шоке просто. Я даже не думала, что здесь такое может быть. Обязательно попозже сюда зайду. А я еще думала, когда увидела этот домик, почему он так напоминает дачу пансионата «Шахтер». А теперь все ставлю на свои места. Мне это прям обалденно. Какая красота. Как в картинке. Ой. А вот этот вот сад я уже показывала, только оказывается, ну, это было понятно, конечно, что это площадка для гольфа, но он был еще оформлен так в духе японского сада, но оказывается, здесь есть еще один японский сад, и гораздо крупнее, и он впереди. Я сейчас только к нему направляюсь, надеюсь, я его найду здесь. Вот, так что, надеюсь, будет что показать. Топово. Так, ну что ж, я практически подошла к японскому саду, вон там я его вижу уже на горизонте. Это Wellness Hall. Я так понимаю, что здесь какие-то мероприятия, может быть, проводятся, почему называется Hall. Вот там вот дальше, вот эта крыша, это как раз, я так понимаю, японский сад. Прям невозможно остановиться, на все хочется любоваться и любоваться. Сейчас зайдем, посмотрим, где такие устройства. Вот. У меня душа замирает, потому что я очень люблю Японию. И мне хоть таким образом прикоснуться к этой тематике, это уже прям счастье. Ой. Красота. Топ. Беседочка. Мост, там будик, даже домик выстроен в духе в японском. Там был холл. Сейчас еще чуть исследуем территорию. Я выбрала более возвышенную точку обзора. Сразу все становится на свои места. Вот, конечно, немножечко грязноватенький. Ну, наверное, очень сложно представить кристально чистый. Такая вот идиллия на японский манер. Тут
такой помост. Опять же беседка. Сейчас пройдусь. Посмотрю. Там еще тори есть. Но это прям вообще аутентичность полная, по-моему. Эти вот красные ворота. Я не знаю точно, я могу ошибаться, если, может быть, кто-нибудь меня поправит. Но они прям относились к синтоистским храмам. Их часто, по-моему, можно очень встретить в Японии. Так что здесь прям создатели отеля постарались выдержать канон, как мне кажется. Фонтанчик. Даже карпы плавают. Я в шоке. Такого я даже не ожидала. Сейчас придем рассвет. Вот, стоп. Вот как можно такую красоту сделать? И чтобы она в двух часах из диатуры располагалась, я не могу в это поверить. Это просто, ну, за грани моего понимания, честно. Смотрите, карты. Там еще рыбачок. Не понял, сердце мое. И рядом береза. Русский колорит. Так, я набрела на какое-то неизвестное мне сооружение в японском саду. В закутке оно было. Не знаю, для чего оно предназначено. У меня прям ассоциация, как будто сейчас, как из фильма ужасов, здесь что-то на меня полезет. Шучу. Можно просочиться, наверное, через вот эту калиточку. Проход. Хотя там особой дороги нету. Значит, разворачиваемся в обратный путь. Представляете, иду я такая, иду. Глядь и вижу вот эту картину. Сама невозмутимость. Не уходит, ходит, а она спит, как ни в чем не бывало. Хорошо устроилась. Не успев отойти в буквальном и в переносном смысле от красоты японского сада, я наткнулась на еще одну красоту. Вот такой пруд рукотворный. А вот это, я так понимаю, это творческая мастерская. Там занимаются детишками. По-моему, занятия там по вечерам. 17-19. Сейчас я вот так пойду кругом. Полюбуюсь. Тут тоже в японском стиле. Я столько зелени не видела, не помню сколько, очень-очень давно. Кажется, тут еще строчка проходит. Может быть, я что-то путаю, не знаю, но мне очень нравится. Так, очередной ресторан. Это называется Лофт, если я все правильно поняла. Выбирай, не хочу, куда зайти, где посидеть. Я насчитала 3. Синовал, Уракиты, где мы ужинаем, завтраком обедаем. И вот Лофт.
очень красиво. Я уже, насколько я поняла, дала круг. Посмотрела большую часть, наверное, того, что не успела. И сейчас уже иду обратно в номер. Посмотреть, как там мои. И отпустить их, подышать воздухом свежим. До следующего включения. Ку-ку! Ну как тебе? Раздолье тут? А то кому тут не понравится. Нет, ну по травке везде. По травке она везде, она по любой. И по зеленой, и по не очень любит. Ник. Надо бы туда добраться. Где-то там, в глубине. В общем, Ева выбрала курс прямо. А не на родник, да? И ведет нас к ресепшену. Да. Ты хочешь коляску? Да. Сейчас. Мы тут обошли наш ресторан. С другой стороны, здесь очень здоровое дерево раскинулось. И заметили, что на ней вот такой вот декор присутствует. На ней, на нем. Рамки для фото и фонари. Освещение зажигается. Наверное, смотрится это очень-очень. Так. Исполнение. Там птички ходят, смотри. Ну что ж, у нас третий день. Рано утром мы решили разведать территорию сеновала, пока здесь нету никого. Просто посмотреть, что же тут такое интересное. Не знаю, загон для хрю-хрю. Здесь пивоварня. Такой дворик внутренний. С столиком здесь гриль. Там вот мангал. Такой уютненький дворик. Сейчас мы его объедем аккуратненько и поедем на завтрак. Ева, доброе утро. Прикольное местечко. 8 часов утра. Свежо. Да. Ну, красиво, да? Да, да. Тут кисы сидят, местные звезды. Какие суровые. Пошли на завтрак. Сколько здесь кошек. Прикормленные. Киса. Так. Брысь.
Ку-ку! Это птичка. Ева. Вот так. Внутри ресепшена. Такая уютная библиотека. Можно зависнуть, почитать. Ого. Круто. Привет. Ого, побежала. Что это такое шуршит под ногами? Листики, Ева. Осень. Да. Картина красивая. Да. Топ-топ-топ-топ-топ. Аккуратно. Разбежалась она. Водичка шумит, да? О, как красиво. Маши ручка. Классно. Мы тут увидели небольшую смотровую площадку, расположенную на крыше спа-центра. Я вот сейчас хочу совершить восхождение, чтобы посмотреть на территорию нашего отеля сверху. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Опа! Такие теремочки. Вон там Ева с бабушкой гуляет. Мама, значит, забралась высоко и глядит далеко. А здесь бассейн. Это корпуса. Нашего здесь не видно. Наших чаще. Сегодня последний вечер. Завтра мы днем уже уезжаем. Такой закат. Солнце. Было красное. Не знаю, завтра вроде прохладнее должно быть. И пасмурно. Нам погода подфартила. Все, пойду к своим спускаться. Всем добрый вечер. У нас уже 10:30. Последний вечер здесь в Велне. Я хотела сказать, что если помните, я собиралась разнообразить свой досуг здесь. Специально вязание не брала. И вот вечернее мое времяпрепровождение не очень много, но все-таки продвижение есть. Кстати, эту книжку очень даже актуально читать в такой вот атмосфере. Как раз всякая жуть подходит для такого вечернего антуража. И еще я брала с собой раскраску, антистресс. Мне там уже был нарисован чуть-чуть. И сегодня я все-таки сподобилась. И смотрите, что натворила. Конфетная единорожка. Ну, такие вот у меня развлечения. Вот, сейчас еще почитаю. И потом буду ложиться спать. Завтра у нас день отъезда. Уезжать будем где-то после обеда. Часов в 5, может быть, чуть пораньше. И все будет, надеюсь, хорошо.
Все, на следующее включение уже перед отъездом. Спокойной ночи. Всем привет. Мы уже сходили на завтрак в свой последний день. Вот Ева ходит, утрамбовывает кашу. Я присела отдохнуть. Сейчас пойдем домой. Наверное, отдохнем. Соберем вещи. Благо, не так много. И уже будем готовиться к отъезду. Ева, не надо сувениры, шишку выбрасывать. Вот. Соберемся, будем готовиться к отъезду. Второй половине дня уже поедем. Может быть, еще что-нибудь получится поснимать. Может быть, нет. Ну, а если не получится, то заранее прощаюсь. Все, всем спасибо, что посмотрели это видео. До новых встреч. Пока-пока.